вот у нас сегодня еще присутствует и художник, и скульптор, художник-иллюстратор Наталья Коншина. Наташа, расскажите нам, пожалуйста, что вы иллюстрировали? Не все, вы знали, как, не все же знают, какие произведения. И как вообще, это был какой-то заказ или ваше внутреннее какое-то... Вот с чего началось ваше... Пожалуйста. А вот. Наталья Коншина. Добрый день, дорогие друзья. Пока вот выступали предыдущие участники, я сидела и вспоминала, и поняла, что я с Платоновым иду по жизни, практически всю жизнь, более 30 лет. И знакомство с ним у меня началось в те годы, когда о Платонове еще не говорили, когда не включали еще его произведения в программу школьной литературы. Так получилось, что в библиотеке моего отца оказалась скромная книжечка, в котором были рассказы «Происхождение мастера», «Военные рассказы», «Джан». Я когда прочитала, я тогда удивилась, какой странный корявый язык. Но, тем не менее, я не отвергла, и потом я вернулась. И вернулась уже в сознательном возрасте. После окончания школы, когда окончила художественное училище, я стояла на распутье, думала, чем заняться, и я поняла, что я хочу заниматься иллюстрацией. И я вспомнила о произведениях Андрея Платонова, как раз стали выходить книги. Вот в Центрально-Черноземном Воронежском издательстве вышла первый раз книга «Чевенкур». И я когда прочитала этот роман, была потрясена. И потом у меня стали рождаться образы из этого романа. И для меня вот этот год своеобразно тоже юбилейная дата. Ровно 20 лет назад я сделала первую графическую серию к роману «Чевенкур». И впервые представила воронежскому зрителю в Платоновской библиотеке и в Доме актера. И как раз вот в эти сентябрьские дни, тоже 20 лет, как я сделала серию иллюстрации к «Реке Потудай». Именно вот эта осенняя гамма осени, вот этот мягкий тающий свет и побудила создать вот эту серию о любви трогательной, сокровенной. И я поняла, что любовь – это не охи в стохе под лавочкой. На лавочке, прошу прощения, да. Но я имею в виду, что это не громкие слова, что это не постоянное повторение «я тебя люблю», а трогательная, сокровенная забота о ближнем человеке. Насколько это тонко, трепетно, вот это Никита любил свою Любу, как он дышал, как он... Вот даже вот эта трогательная забота, он растапливал печку, чтобы ей больше было света читать лекции по медицине. Это настолько душевно, трогательно, нежно, что до слез. И еще вот такой момент. Ровно 10 лет назад, как в рамках Платоновской конференции в Литературном музее состоялось открытие персональной выставки «В прекрасном и яростном мире» Андрея Платонова. И вот прошло ровно 10 лет, и я все время работаю, иллюстрирую его произведения. В разные периоды я возвращаюсь к его творчеству, черпаю в нем вдохновение. Каждый раз я открываю что-то новое. И вот то, что я сделала за последние 10 лет, я хочу показать вам в небольшом ролике, который вот продемонстрирую. Это будет как бы своеобразная виртуальная выставка.
Мы похлопаем, поблагодарим, да. А не последний, я испугалась. Спасибо большое, Наташа. Спасибо. Ну, кто свет у нас включит уже там, где вот так вот. Ну, да. Спасибо. По-моему, это здорово. Я смотрела эти... Да, еще раз поблагодарю. Я смотрела эти иллюстрации, то, что называется «живые». Конечно, ни краски, ни это все так не передает, как на экране, но какое-то все-таки общее впечатление есть, и, по-моему, оно прекрасно. Вот у нас пришел писатель Сергей Шагунов.